Привет, с вами я, Кирилл, и сегодня мы поиграем в Бравл Старс. Как вы знаете, в Бравл Старсе недавно вышла новая обнова, 27 сезон Кибербой. Обновился новый сезон в ранговом бое. Я уже, как в прошлой серии, я играл в ранговый бой. У меня уже Серебряная Лига 2. И сегодня мы будем делать квесты в Бравл Пассе. Но сначала поставьте лайк, подпишитесь на канал. И напишите какой-то любой комментарий, это продвинет мое видео. Ну, мы зайдем сейчас в магазин обязательно, ну и посмотрим, что-то там квестики, потому что это тоже очень важно. Может, там что-то бесплатно дают в Brawl Pass, в Brawl Stars. Но я не думаю, что это так и будет, потому что Brawl Stars уже давно ничего такого не давал бесплатного. Ну, Squadbusters разве что дает там эмоджи такое, знаете. Сквадбастерс сдает, а тут уже в Бравл Старсе ничего нет. Ладно, давайте мы сейчас зайдем. Тут продается особая акция War Edgar за 159 гемов. Как-то странноватенько вышло, потому что War Edgar это еще другой совсем сезон. Ну, и так сойдет. Ладно, сейчас мы заходим в Бравл Пасик. Открываем мы его. Сейчас мы будем выполнять квест «Победи врага 15 раз бойцом Бул, Биби или 8 бит». Мы нажимаем, и я выпал Бул. Карта «Международие». И мы уже начинаем, не буду сильно тянуть. И спустя под ролики обязательно проверьте. Если у вас красная кнопочка подписаться, то вы нубасиком остались. А нубасиком оставаться это очень-очень плохо, особенно в Бравл Старсе. Я вам даю 3 секунды, чтобы стать мега супер про. 3, 2, 1. Кто подписался, тот молодец. Уважуха тебе. И тут еще и Сигма стала. Сигма это очень-очень круто. И как-то я заговорился, и как-то я тоже потратил ульту и проиграл. Да ты сам это ничего не сделал, Макс. Сейчас мы идем на них. Меня сейчас чуть не убил этот, как сказать, не помню, как его зовут, но тут какой деньги вот это делает. Ладно, пофиг. Давай, Мико! Мико! Да, хорош! И поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые крутые видосики. И напишите какой-то любой комментарий. Вот, например, во что мне можно поиграть? Я вот даже не знаю, во что мне можно будет поиграть. Но, скорее всего, в следующей серии я буду играть в Roblox. Как вы любите. Потому что я Roblox для вас снимал очень-очень давно. Я хочу вернуть эту рубрику на моем канале. Сейчас я сделал даже третье у меня серебро на Буле. У меня уже 1500 из 3800 кредитов. И сейчас мы будем смотреть. Мне что-то квест этот не очень как-то заходит. Давайте зайдем в парное столкновение. И мы будем играть, скорее всего, не на Буле, а будем играть на Динамайке. Ладно, мы начинаем. Потому что как-то в нокауте у меня сошлось плоховасенько. Плюс я никого не убил, а у меня там квест убить. Так что это самое худшее, что я мог сделать. Ну, не будем сильно расстраиваться. Сейчас вот эта карта легендарная, кстати. Кто шарит, тот понял. Эта карта из 2020 и 2021 года. На меня идет кит. Китов, к сожалению, хорошо, что тогда не было. А сейчас вот эти ваши новые бойцы. Как какой-то... А нет, тут все старые, кстати. Тут все старые. Ну, разве что скины, ну а что скины? Мы ломаем, я случайно не смог убить, конечно, бомбочку не смог убить. Но у меня есть тиммейт-выкидатель 5000, он пытается убить Мортиса, но скорее всего сейчас его Леон просто убьет. Но не будем сильно расстраиваться, потому что я уже появился. И сейчас мы будем всех нагибать. Мы берем этого Леона, станем, вот так бьем, убиваем Леона. Идем на этого Мортиса. Пытаемся его со всей силой убить. Давай, Шелли, Сквадбастерс. Сквадбастер Шелли. Давай. Ладно, идем. Ну, очевидно, что кто-то в кустах будет и закрысит меня.
Давай, Шелли, подожди, пожалуйста, 11 секунд. У меня с гаджет, я смогу застанить. Ты добиваешь, и мы выиграем. Но, скорее всего, она не продержится еще 5 секунд, потому что у Эль Прима есть ульта. Сейчас 1 секунда, и я бы выиграл. Но эта 1 секунда стоила очень многого. Но с кем не бывает, даже Шелли хочет со мной продолжать играть. Потому что, видимо, ей понравилось, как я играю. Ну, ладно, а мы продолжаем. Так, вот уже в катке. Противники такие сильноватые. Сейчас мы будем ломать баночки. Очень хорошо это ломать. Давайте перепрыгиваем. Идем на центр, чтобы кого-то поймать сильненького. Я почти поймал. Окей, на моя Шелли убила Брока и почти убила Пайпер. Ну, скорее всего, Пайпер сейчас ее убьет. Или Пенни. Но я бы не стал идти на Пенни, потому что у нее сейчас будет мало хп и мало ли что произойдет. Вдруг Кит с гаджетом выйдет. Сейчас я вот так делаю. Мне кажется, тут кто-то есть, потому что просто бы гаджет не ставили. Очевидно же. Мы идем на Брока. Почти это Шелли убили, это было плохо. И против нас Банкай. Сейчас мы будем его убивать. А, ну понятно. А зато я убил Пенни. Сейчас идет Шелли, моя выкидатель. 5000 с 10 банками, 10 тысяч хп. И она какая-то была достаточно косая. Мне не понравилось, как она сейчас сыграла. И я продолжаю с ней играть, потому что у меня есть квест «Воспользуйся кнопкой играть 10 раз». Потому что этот квест, знаете, такой бесстучий. Потому что ты на этом квесте можешь проиграть эти 10 раз. Потратишь очень много кубков, но тебе же надо сделать этот квест, ты понимаешь, да? Так что не будем сильно расстраиваться, мы продолжаем. Сейчас с нами Джесси. Джесси это, конечно, еще уметь надо сюда брать. Ну ладно, давайте сейчас сломаем эту баночку. Вот так попрыгаем. Попрыгаем мы на этой баночке. Кидаем ульту. Почему он не застанется? Я же попал прям. Ладно, я отпугиваю Пока, пока я еще. Пока мы еще живы. Так, пусть Джесси там стоит. Мне, кстати, нравится эта мартышка, как вы знаете, в прошлом ролике я хотел ее купить, но у меня не хватило гемок, к сожалению. Но мне очень нравится этот смайлик мартышкой. Прям вообще, ну, она выбрала не тот достаточно смайлик, потому что лучше смайлик с мартышкой, это когда он закрывает глаза. Сейчас идет на меня Эль Прима с 11 баночками. Я не хочу никого поймать, потому что очевидно, что это будет третье, второе место. А, нет, второе, да. Но очевидно, что они там заспрятались, да, и сейчас нас просто убьют. Джесси сама это поняла и стала просто даже не биться. Мы проиграли, вот осуждают, что они накидывали клоунов, дизлайков, потому что это некрасиво. Это неприлично, я бы так сказала. Ну, они себя просто выражают, как плохих людей. Ну, ладно. Мы продолжаем. Сейчас мы будем играть. Так, с нами Ворон. Идем на центр. Продвигаемся, то есть, на центр. Вот мы уже и на центре. Ломаю то и все баночки, потому что баночки это святое. Когда собираемся, баночки уже стали просто самые сильные на этой карте. Просто вот так идем. Просто на пролом идем на этого Ворона, вот это Леона. Все равно вот 1, 2, 5. Вот одна штука, 6000 урона у нас. Одна бомбочка, 6000 урона, вы понимаете? Это просто, я ошибаюсь. Поддержите меня, пожалуйста, я для вас очень старая. Для вас это 1-3 секунды нажать на 3 кнопки. Для меня очень-очень сильно приятно. Мы идем на Шелли, и я даже не хочу ее бояться, потому что, ну, это бессмысленно. Я кидаю просто. Мне надо похилиться, срочно.
простит, потому что мы и так сыграли очень хорошо, да, в начале особенно. Так что мы продолжаем с ним, он согласился со мной играть. Понимаешь, что я тут здесь, я затупил. Ну и вообще у него тоже было очень много банок, он умерел тоже. Так, сейчас меня будут искать, скорее всего. А хотя нет. Хотя нет, я сейчас как в прошлом раунде. Да, я как в прошлом раунде все забрал. Ворон, забирай лучше 3 банки, что ты делаешь? Иди забирай 2 банки уже. А не, он хочет меня подожать. Так и бывожуха, да. Не, не уважуха, он забрал 1 банку до меня. Как так можно было, ворон? Я не понимаю. Ай-яй, ай-яй. Кажется, у него 11 банок, она зажимает. Ладно, я их отпугиваю. Мы их отгоняем, они хотели нас зажать, но я с собой отпугнул. Нас сзади зажимают тоже. Но я не понимаю, что у него в голове, у ворона 12 банок, а у него 0. Просто его сейчас одной атакой садибится пол хп. Нет, ворон, что ты делаешь? Убегай скорее. Все, мы поймали. Сейчас мы просто идем. Изи катка, вот и выиграли. Ну да, ворон опять дизлайкера. Ненавижу дизлайкера вообще. Ну ладно, нам осталось просто победить 2 врага и нажать на пару кнопок и играть еще раз. И мы сделаем сегодняшний квест. Ну это будет имбово, я бы так сказал. Ладно, продолжаем. Поймали Биби! Нет, ну как так можно было? Ну блин, что со мной был? Со мной был, как его сказать? Мортис, да? Он не мог убить этого... ну ладно, нищего Эдгара. Я осуждаю это, но блин, ну реально, как можно было не убить этого Эдгара? Напишите в комментариях просто, я в шоке. Я хотел убить другую команду, я их уже достанем, он даже не мог Эдгара убить. Ладно, идем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Я хочу попрыгать 3 раза, получится у меня? Да как? У меня просто маленький кусочек зажался. Ну ладно, я в принципе квест использую кнопку играть снова 10 раз. Так что можно и поубирать. Сородой до дедобайки уже слил все. Кстати, у меня скоро будет 20 тысяч ворсиства на динамайке. Скоро я уже получу звание птичка, птичка, птичка. Имбовое звание, мне оно очень нравится. Ну, конечно, странновато, но что? Не всегда же такое звание круто. Ну, тот же президент Бравл Старс. Название-то крутое, но сам персонаж, на каком ты получаешь, это просто кринж. На Эдгаре все умеет играть. Если я бы хотел, я бы на Эдгаре, блин, 30 ранг бы сделал. Ну, это просто, это легчайшее. Ладно, идем. Фу, сейчас надо напрягтись. У меня вот эта Лили будет как пушечное мясо, потому что если его заметят... Кидаю льту. Я застанил, да. Имбово я застанил. Сейчас он убил Сэнди. Против него Кольт. Он не подумал, что в кустах кто-то есть в середине. Конечно, там Вольт сидит и Шелли. Сейчас ей очень сильно повезло, что Вольт пробахнулся.
Мне просто надо немножко продержаться. Ну как? Как? Ладно, давайте кнопку играть снова. Хотя можно выйти? Можно выйти? Да, я хочу посмотреть, что это получил. 18 кубасиков, это неплохо. Я получил 384 XP. Сейчас посмотрю, могу открыть. Не, не могу, мне буквально немножечко осталось. Сейчас я получу 500 кредитов за квестик 1 и за квестик 2. Ну, ладно, давайте сыграем ластовую карточку. Нам надо убить двоих. Просто двоих убить гаджетом. И все, и все. Я сделаю первый квестик, а второй квестик я уже доделаю после записи. Я вижу, там Бум прячется. Теперь он идет за мной. Я убил первого. Это было очевидно. Это динамайк крыса, как всегда, просто. Я не таких ненавижу. Но мне осталось буквально убить одного человечка. Ну, сейчас мы будем уже убивать. Всего лишь одного человека надо убить, и все. Ну, и еще там нажать 3 раза. Готово. И буквально все. Я отпрыгнул от, как сказать, Мосиса, да. Да, все, у меня квест сделан. Нет, 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 ты что, меня зажали? Да, я не смог убить Мортиса, но самый главный квест уже сделал. Ну, давай нажмем 2 раза готово, и я сделал уже 2-й квест, и все. Можно, если там 1 квест, но я сделаю его за кадром. Уже после ролика, потому что его делать очень-очень-очень долго. Я, в принципе, не настроен на победу, мне хочется просто проиграть и сделать быстрее этот квест. Сосиска! Давай, сосиска, бей всех. Так, я застанил Эмс, но я не знаю, сосиски это много помогло или нет. Да нет, ну почти! Почти я убил! Почти, но, блин, осталась 1 карточка. Давайте сыграем, пока можем. Но я хочу сейчас просто быстренько умереть и закончить на этой ноте ролик. Ладно, давайте быстрее убираем. Или выиграем, мне пофиг, в принципе. Там не было. Ну, мы как раз быстрее умерли. Так, вот и все. Делаем быстренько, открываем сундучки. Ну, я, в принципе, сколько тут могу? А, не, я тут могу 2 уровня открыл я. Открываем стардроп, сейчас выпадет редкий, угадайте. Да, мне выпадет редкий стардроп, мне всего выпадает 25 этот, очков силы, и мне выпадают кредиты. У меня уже 1626 кредитов из 3800 кредитов. Друзья, посмотрим. Я хочу открыть Драко, потому что Драко, мне кажется, очень сильный боец. Я помню, я хотела открыть Мелоди, но теперь уже с Мелоди обнову прошло очень много, и я ее тоже открывать не хочу. Но тут еще будет у меня выбор. Гром, Фрэнк, Нани или Белль. Ну, конечно, я выберу Нани. Ну, ладно, мне кажется, на такой ноте можно заканчивать. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. А с вами был я, Кирилл. Всем пока!